Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал «Здоровый знамя». И сейчас вот просто хочу показать Москва. Сегодня вот у нас июнь 17-е. И первый раз за это время я обычно редко вижу вот такое чистое, чистое небо. То есть ни одного облачка. Обычно это очень редко бывает в Москве, поэтому у нас всегда пасмурно. А сегодня прям такой замечательный день. И не жарко 23 градуса, и не холодно. И народу мало, и машин мало. Вроде как карантин объявили, не объявили в Москве. Ну, погода вот такая замечательная. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь, собирайте травы. Я все время всем говорю, не занимайтесь ерундой, не ходите в аптеки, сходите в лес, соберите себе травы. Сейчас чего только нет, пожалуйста, и мокрица, и кислица, и крапива, подорожник, мята. Можно собирать листья, черемухи, вишни, малины, земляники. Но, по крайней мере, вот здесь у нас в лесу, это вот у меня стадион «Медик» под окнами, и там в лесу все это растет. Березовый лист, пожалуйста, березовый лист, там столько много всего полезного. Чем покупать дорого бетулин, можно просто собирать березовые листья, заваривать и все это пить. И все полезные свойства вы получите. Поэтому будьте здоровы, ходите в парк, ходите в лес, ходите там, где у вас есть возможность собирать, потому что травы, они сами очищаются. Травы чистые, ну, только больные травы не надо собирать. Я, например, в Москве очень мало вижу больных трав. Больше вот я увидела в районе аэропорта Внуково. Там, видимо, от того, что сливают самолетов керосин, там вся трава прям была вот какая-то как сожженная, как будто на нее что-то капало. Ее невозможно было собирать. Но вот это было единственное место, которое я вот видела там такую траву. Все остальные, где бы я ни была, все прекрасно. Трава прекрасная, зеленая, мягкая, ароматная. Очень хорошая. Вот девчонки бегают. Наслаждайтесь всей погодой. Будьте здоровы.